Находимся на окружном проезде у выхода. Со станции МЦК Соколиная гора. Разгрузим немножко, мешаемся. Сейчас будем двигаться в северном направлении, то есть Измайлово и Черкизово. Так, здесь у нас направление района вглубь туда. По-моему, это 8-я улица Соколиной горы, хотя могу ошибаться. Так. Вот. Дорога вдоль линии идет Московского центрального кольца. Справа у нас пассажирские платформы станции Соколиная гора. Ну, довольно безликий проезд, если честно. Как вот и соседний электродный проезд, который по ту сторону, и улицу первого измайловского зверинца также. Здесь автобус у нас, автобусная остановка. До больницы Соколиной горы автобус идет. В обратном направлении до бульвара Рокоссовского. То есть это фактически почти конечный пункт был уже у него. Вот у нас адрес. Окружной проезд 27А. Вот как раз 86-й автобус едет. Давайте заснимем. Следует в сторону больницы Соколиной горы.
Как я понимаю, шумоизоляционные заградительные экраны. Чтобы жители окрестных домов спать могли спокойно. Автобус 83-го маршрута в сторону станции Семеновская сейчас повернет, скорее всего. Так, вот вид в обратном направлении. Пошел. Это вид в обратном направлении, в сторону станции Соколиная гора.